Здорово, это Шамшурин. У меня есть такие кейсы и примеры, когда мужчины при знакомстве с девушкой, когда они только начинают, они могут не брать номер телефона, то есть, ну, сливаются раньше времени. Хотя можно было бы, это знакомство могло перерасти в свидание, в близость, в семью, во что угодно. В моей программе «15 шагов», в моем онлайн-тренинге новом, есть такое упражнение, которое называется «Быстро взять номер телефона». Оно именно для таких мужчин. Эта проблема достаточно распространена. С чем она связана? Что просто от «увидел» до «подошел» – это для многих самое большое стрессовое такое потрясение, то есть самый большой стресс. И получается, что когда ты видишь девушку, которая тебе нравится, ты и так волнуешься, переживаешь, ты идешь туда, это преодоление некоего стресса. Когда вы начинаете общаться, она общается хорошо, открыто, там у вас все складывается, и ты такой, такое облегчение испытываешь некое. Но дальше-то следующее, что ты подходил-то зачем? Ты подходил для того, чтобы с этой девушкой, собственно говоря, пообщаться, и не просто пообщаться, познакомиться поближе и взять у нее номер телефона, а для того, чтобы потом по этому телефону позвонить, встретиться и организовать себе свидание. То есть знакомство – это только первый шаг. Но при этом для того, чтобы брать номер телефона, здесь есть потенциальная возможность, то, что ты снова можешь услышать отказ. Слово «нет». Для мужчин это настолько болезненно, что они сначала переживают и трясутся, прежде чем подойти, чтобы не услышать это гипотетически, это слово «нет». А иногда и не подходит. И когда ты уже подошел, и надо спросить телефон, ты все равно боишься, что ты можешь услышать слово «нет». И многие из-за этого не спрашивают. Тогда спрашивается, зачем ты вообще туда подходил. И у меня было много примеров, и был такой очень яркий пример. Это некий, там, назовем его Иван. Человек был, скажем так, достаточно определенно серьезного статуса, то есть такой образованный, умный, взрослый, солидный дядька. И когда он подходил к девушкам, они буквально сами вот так вот на него смотрели, типа, о, да, там, грубо говоря, тут как у автобуса такая бегущая строка, где было написано «спасибо, что вы подошли». Вот. Но у него был такой таракан, что он никак не мог вот решиться спросить номер, не знаю почему, то есть вопреки тому, что многие думают, будут деньги, будет то-то, все будет в порядке, это не так. Это с этим не связано. И в итоге даже было такое, что он почти 40 минут общался с девушкой, и они прям болтали, стояли эти 40 минут, и все, он такой раз, и я пошел. И она уже сама такая тянется, говорит, а как же, что разве, а телефон вы мой не будете записывать? То есть до такой степени мужчина боится спросить иногда номер телефона понравившейся девушки. И что за задание? Собственно говоря, здесь ты увидишь пример его выполнения. И даже то, что в такой ситуации могут тебе этот номер дать. Конечно же, для того, чтобы спрашивать номер телефона, нужно девушку заинтересовать. Нужно сначала пообщаться, там что-то рассказать о себе, что-то о ней. И тогда есть какая-то почва для того, чтобы предлагать встретиться. То есть у нее уже как бы возник какой-то интерес к тебе. Суть этого задания в следующем, что наоборот, сразу же спрашивать номер телефона. То есть «Привет! Отлично выглядишь, давай я запишу твой номер телефона, увидимся». Это нужно сделать как минимум 10 раз. И когда ты спрашиваешь это, ты понимаешь, что каждый раз после того, как ты спросил номер и тебе отказали, ты выжил, ты не умер, ты можешь себя ущипнуть и понять, что ты до сих пор живой. А в качестве приятного бонуса может быть такое, что если ты нормально там общаешься, то, ну, допустим, две девушки или полторы девушки из 10, они даже дадут тебе этот номер телефона, и ты поймешь, что, оказывается, это так легко. И здесь как раз я хочу тебе показать такой пример, как мой коллега Василий делал это упражнение в моем тренинге, для моего тренинга «15 шагов», чтобы ты, глядя на эти примеры, мог легко все это повторить в комфортном для себя ритме и получить результат. Легкое, комфортное общение и знакомство с девушками. Это очень легко, действительно, это так. Вот. Единственное, что здесь, прежде чем смотреть, ты увидишь, как я вмешался, потому что для меня, честно говоря, странно и дико, когда девушка ходит в таких откровенных шортах, что у нее там из-под них торчит нижнее белье. Для меня это дичь. Я считаю, что мы просто катимся куда-то, непонятно куда, с такими моральными ценностями, но это отдельная история. Итак, смотри пример выполнения этого упражнения. Привет. Ты классно выглядишь, давай я запишу твой номер телефона.
так. Диктуй. Я решил подойти. Да, именно так. 8-900. Так. 8-9. Классно, это я снимаю, да? Где смотреть, куда снимать? Как тебя зовут? Арина. Очень я приятно, просто Арина. Смотрю, у тебя просто это мой брат-близнец. Я все понимаю, конечно, для меня это трэш. Что именно? Из белья. Я с бельем. Ты с бельем? Ты видишь, да? Нет, ну это как бы, да. Не, ну ладно, пофиг. Идет до звонка? Да, так же пришел. Все, отлично. Арина, Василий. Очень приятно. До встречи. Хорошо. А все, Вася, я тебя хотел выглянуть, потому что шла интересная. Так, а там номер был. Короче... Вот ты сказал, надо номер, вот тебе номер. А, ты номер взял? Конечно. Вот, отлично. Итак, ты видел этот пример. Ключевое. Иногда для того, чтобы получить номер телефона девушки, которая тебе нравится, достаточно просто его спросить. Вот для этого это упражнение и делается. Для этого достаточно просто купировать твой страх отказа и сделать попытку. Все очень просто. Не делай попыток, не будет результата. И именно сделать максимальное количество попыток к легкому и комфортному общению с девушками тебе поможет мой тренинг «15 шагов». Здесь есть ссылка, и завтра уже мы закрываем продажи по этой цене, то есть окно продаж сделано специально, чтобы ты мог взять его и купить по более выгодной цене. Уже завтра продажа закроется, если ты еще не успел его приобрести, там есть ссылка, приобретай и делай в своем, в комфортном для себя ритме. Полчаса в день выполнение этих упражнений уже даст тебе невероятные результаты.